Добрый день, дорогие друзья! Я на Блошином рынке, музей Москвы. И он в этот раз в очень маленьком помещении находится. Ну, а я подошла к своим чайникам. Так. Здравствуйте! Пожалуйста. А сколько стоит вот самый дешевый металлический ваш чайник? И какой он? Это какой он будет? Какой самый недорогой чайник? Самый дорогой, недорогой чайник? На ножках? А вот этот будет 1008. Тысяча? А? Сколько? 8. 1008. Ну вот этот может за 5. 5. А этот 8. Понятно. А этот? Это 5. 5. В нескольких таких комнатках рынок происходит. В том большом, который мы привыкли снимать, его, говорят, по театру сделали. И теперь, если будет проходить Блошиный рынок в помещении, то только уже здесь, в этом павильоне. Это помещение, в котором проходил этот Блошиный рынок, был разбит на несколько комнат. И мне оно сразу почему-то напомнило Блошинку на Новокузнецкой. Ну, более, может быть, какой-то своей интимностью. Снимала я все это до событий на Украине. И сейчас, пересматривая видео, мне кажется, что я сейчас уже нахожусь в каком-то другом мире. И как мне нравился тот мир, в котором я была счастлива, даже полностью, может быть, не сознавая этого. Меня окружала такая красота. Скажу вам сразу, чайник для золотой сервировки я так и не купила. И, наверное, уже не куплю. Да, это он 25. И пара? Чайная пара 30, если все вместе. Это Кузнецов, да? Он легко узнавает. Да, особенно вот эту форму что-то он любил. А? Форму вот эту любил. Ну, да. Красивый. А я на прошлой выставке видела его розовый сервиз. Ну, вообще, потрясающе. Понятно. А тот? Тут 3,5. А сколько он стоит? По-моему, 2,5 тысячи. А вот этот вот такой концерт? Ну, они где-то все в районе плюс-минус 3 тысячи, там, 3 тысячи, это может тоже до 3. Вы не пробовали? Ранее совета. А Кузнецов сколько у вас? 14. А сколько у вас пара, вот это шиповник, или это вместе у вас? Это? Да, по 9. По 9. Это калина, вот это по 5,5. А, да, это же калина, точно. Это калина, вот шиповник. Да. А вот шиповник вот это? А, шиповник 5,5 всего. А вот красный, это что у вас такое? Это кленовый лист. Тоже дулёва. Тоже дулёва. Сколько здесь у вас подстаканников? Да, это все Российская империя. Ну, если российская, это Мельхиор, да? Это серебро. А, серебро, да. 84-й пробы, да. Да, я посмотрю. Вот посмотрите, дулёва, боже,
Первый раз вижу, чтобы с этой стороны так был прорисованы цветы, да? Рисунок был прорисован. И здесь, ой, а какой он тоненький. Вообще. Тончайший. Потрясающе. Посмотрите, посмотрите. А это песочная, замечательная, чайная пара. Вообще в моих любимых цветах, да еще с золотом, 4000. Потрясающе. Ну вот петух. Петухов много. Но к моему чайнику, наверное, такой чайник, как примерно эта кружка, да, размер. Поэтому было бы смешно, наверное. Мне кажется, этот чайник тоже песочный. Не могу дотянуться, но мне так кажется. Тарелочки. Ну вот, это Велерой. Вот я так и думала. Это пасхальное. Да, он любит такие. Это гайзер. Две осталось. Ой-ой-ой. Ничего не будет. Ты такие крепкие, да, что ничего? Ой, лучше помолчите, чтобы мы ничего еще больше не разбили. Надо, не надо. Да, то сегодня уже хватит боя. Уже был, да? А вот эти сколько? Птички. Птицы по 3500 были, могу отдать по 3. Угу. Их вот осталось 3 штучки, забрали только что. Было 12 штук. Ой, а крючки какие у вас симпатичные. Боже мой. Для дачи. Я тоже последний. Вчера мужчина забрал. И сколько? Эти за 2500 отдал. Очень. Друзья, вот посмотрите, помните мою китайскую вазу? Ну вот скажите, ну цветы один к одному. Единственное, что у меня там дубовые листья были по ручкам. А здесь вот нет дубовых листьев, да. Потрясающе. Это английский, кстати, фарфор. Вот так вот. Смотрите, моя ваза. Ну, до чего все похоже, да? Ну, это не ваза даже, у меня, а супница. Да, теперь я уже задумалась. Может быть, и моя английская. А эти куклы вы смотрели, это что, старинные какие? А? Из Испании, привет. А, из Испании. Да, 15 лет назад. Ну, они не такие старые, но... Ну, да. Я там тоже очень люблю все эти. Винтаж. Да, но вот уже 2 года нет возможности ездить. Да. Замечательно. Да, кукол я и покупала в свое время. Да. Они у меня все в коробках. Вот я как-то раз сюда приносила 3 года назад. Вообще даже никто не спрашивает фарфоры. Да? Вдруги, но... А, знаете почему? Потому что, может быть, они дорогие очень. Я тогда они дороже. Я носила 2 года назад. Потому что слоновую кость уже не разрешает добывать. Поэтому это надо брать, что есть. Это же уже много лет. Старый деревянный чемоданчик с сокровищами, да? Да. А сам чемодан раритет. О, подкова. Неужели ее не купили? Все так любят подкову покупать. Катя улетела? Катя улетела, но она глашинки. Она приедет, это она 12-го хочет. А, хорошо. Ну, понятно. А вы посмотрите, маски венецианские.
И у меня мои подписчицы целая стена, даже две обычные. Красота. Ух ты! Это было, я его разглядывала. Красота. Вот книжечки «Волшебный яд любви», альбом галантной лирики, «Орден куртуазных маньеристов». Это старая, наверное, вещь. Можно посмотреть, это какой год у нас? Нет, 1989. Ну, смотрите. Вот так вот. Пойдем подальше. Даже одежда, такие маленькие комнаты, даже одежда. Фарфор. Школу паники зашли. Она всегда, например, Европа сегодня, я говорю, Маш, нам 6 часов надо быть вот на рынке, да, там, допустим. Блять, она сама. Она, знаете, начинает. Вот, а я опять стоит. Нашла чайники, сахарницы. Посеребрённые, красота, разноплановые. Что? Какие хотите. Я ничего не вижу. Вань, здесь написано что-нибудь? По-моему, ничего не написано. Вот, написано, конечно, внутри ложечки. Правильно? А? Вот внутри ложечки, подписная она. Не видите. А вот здесь, это, видите, здесь 800-я проба, а там можно было бы, если бы... Ну, я пойду. Ой, извините. А вот это чей такой красивый? Это ваш? Нет, не ваш. Это кто именно? Я знаю. Вот такой красивый тройка. Это что? Чье это? Чье вот эта тройка красивая? 11 тысяч или 11 со скидочки делаю. Без подноса. Подносы вот любой выбирает. А что это? Да, это посеребрение. Понятно. Америка. Спасибо вам большое. Любая вилочка, любая ложечка по 400. Вот эти фотографируются. Нет, нет. Егор, потом разберемся. И ножи по 400. Да, и ножи по 400. Ну, у вас очень хорошие ножи. У вас правда хорошие цены. Давайте пакетик дам. Красиво, красиво, чтобы тебе завернули. Держи вот так, да, заверните. Миш, дай 100 рублей. Мальчику. Ну, а к вам обращаться бы кто? Валя, Миша, так запишите. Вилки, ложки, что у нас? Нет. Конечно, великолепно все. Это велирует. Да? Да. Велиру Бохов в таком стиле работает? Да, да, обязательно. И вот посмотрите внимательно, вот баночки, те тоже самые. Баночки я знаю. Баночки я знаю. Но я думала, что у них все вот такое вот. Посуда очень красивая, но каждодневная. Дам прочитать, что здесь написано. Да. Что там написано? Так, вы мне телефон хотите. 8-960. А, конечно, продолжение. Кстати, в Музее Москвы я встретилась с Евгенией Высоцкой, которую вы все очень хорошо знаете, и вы ее там увидите. Ну, а в заключение я решила показать вам кусочек Москвы. Мы на Тверской, здесь я встречалась с продавцом Савита, так что, видите, делаю покупки. До встречи, мои дорогие друзья! Люблю, обнимаю, здоровья всем и удачи! Потому что она нам очень пригодится.